В наследство Путин получил полностью нефункционирующую, разваленную страну. Позиции России на международной арене были очень слабыми. На Западе на Россию смотрели как на страну дикарей, где за пару ящиков водки и за чемоданчик долларов можно было получить все, что угодно. Владимир Путин начал действовать в чрезвычайных обстоятельствах. Формирование новой внешней политики России в тот период можно сравнить со спуском горнолыжника, по пятам которого несется гигантская снежная лавина. Две главные цели Путина во внешней политике были просты и ясны, но, как казалось тогда, практически невыполнимы. Первое. Попытаться вернуть стране державный статус, утраченный за последние 10 лет. Вернуть потерянное уважение, чтобы мир, и в первую очередь США, Европейский Союз и Китай, вновь вспомнили о том, что есть такая страна, как Россия, и что с Россией необходимо считаться при решении важнейших мировых проблем. Второе. Россия должна стать серьезным бизнес-партнером ведущих мировых держав, причем не младшим партнером, а равным. В реалиях 21 века экономические отношения важны ничуть не меньше, если не больше, чем политические. Вот знаете, я сейчас скажу очень простые вещи. Очень простые, понятные. И на самом деле они лежат в основе многого, что происходит в наших отношениях с Соединенными Штатами. Мы единственная страна, кроме США, которая имеет ядерную триаду на земле, в воздухе и в океане. И количество ракет, и мощь, возможность доставки сопоставима. И именно это лежит в основе очень многих решений, направленных в том числе на сдерживание России. Вот когда нам в Совете Безопасности ООН показывают какой-то порошок, который якобы найден в Багдаде либо где-то на другой территории Ирака, и под этим предлогом, под предлогом того, что этот порошок является средством массового уничтожения, нужно вторгнуться в страну, ликвидировать там армию, повесить руководители, какими бы они ни были. А потом выясняется, что никакого оружия массового уничтожения там нет, у меня сомнения возникают. Так ли наши партнеры искренне? Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вассалов. Они хотят управлять. Но Россия так не работает. На февраль 2007 года была запланирована крупная международная конференция в Мюнхене по вопросам безопасности. После долгих раздумий Владимир Путин принял предложение выступить на этой конференции с докладом. Я сидел и всю дорогу, пока летел в самолете, писал. И мне хотелось сказать то, что я думаю и как я вижу ситуацию. Но хотелось это сказать не для того, чтобы кого-то в чем-то уличить или напугать, или пристыдить, а для того, чтобы создать другую атмосферу, атмосферу открытости в наших контактах и разговорах, чтобы не было недосказанности, чтобы мы понимали друг друга и говорили на одном языке. Путин решил, что пришел момент раскрыть глаза на то, в чем мир не хочет себе признаться. Пришло время назвать вещи своими именами. Пришел момент расставить все точки на «и», определить место России на мировой арене и заявить о пагубности однополярного мира. Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов,
перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Россия – страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. После этой речи Путина накрыла гигантская волна критики. На Западе охали и возмущались. Этот русский диктатор совсем с ума сошел. Параноик. Толкает мир к новой холодной войне. Я ничего нового и такого неожиданного ни для кого не сказал. Мир меняется. Невозможно уже руководствоваться схемами, которые сложились после Второй мировой войны. Даже с союзниками уже по-старому невозможно разговаривать. Новые угрозы появляются, новые центры силы появляются. Это нужно все учитывать. И вот на это я хотел обратить внимание, а не ущипнуть кого-то. Потому что если мы будем это учитывать, эти изменения, и будем на них реагировать, то мы сможем создавать более устойчивую ситуацию. Если не будем, то будут постоянно возникать конфликты. Хоть убей меня, я не понимаю, почему Ельцин выбрал эту самоубийственную модель реформ. Ведь были альтернативные стратегии, которые ему предлагали лучшие экономисты России. Но у Ельцина был некий комплекс неполноценности. Он считал, что он должен доказать Западу, что он даже больше свой в доску, чем герой Запада Горбачев. Так, впервые в истории, лидер России сознательно пошел на то, чтобы его страна стала младшим братом Запада, просителем. Конечно, в защиту Ельцина можно сказать, что у него не было альтернативы, что Россия была настолько слабой, что без помощи Запада она окончательно бы развалилась. Но на самом-то деле Ельцин не получил от Запада никакой серьезной финансовой поддержки. Вся эта так называемая помощь России была ничем иным, как кредитами, причем кредитами под очень высокие проценты, которые, кстати, в конце концов и разрушили в 1998 году российскую финансовую систему. Это на самом деле самая большая ошибка американской внешней политики за последние 25 лет, которая очень сильно навредила отношениям между Россией и Западом. Ведь всем ясно, что расширение НАТО, по большому счету, никакой особой безопасности всем этим странам Восточной Европы, которые туда сломя голову ринулись, не несет. Вместо этого это только лишь побуждает их к мыслям о том, что вот теперь они могут дать русскому медведю в нос, а потом убежать и спрятаться за спиной Америки и НАТО. Кроме того, как вообще можно говорить о том, что расширение НАТО на восток не направлено против России? Нельзя разместить свои военные силы у границ другой страны и при этом говорить «ты мой друг», «ты мой партнер», а на все это оружие не обращай, пожалуйста, внимания. Где здесь логика? Если мой сосед будет бежать на меня, размахивая ножом, попутно объясняя мне, что это проявление дружбы, то я ему не поверю. Итак, ситуация на 2000 год. Правит миром Соединенные Штаты Америки. В Европе ведущие позиции занимают Германия, Великобритания и Франция. Если быть абсолютно честными, то никто из этой четверки не хочет, чтобы Россия вновь стала сильной страной. Наоборот, Западу выгодно, чтобы Россия была слабой, зависимой и послушной. Чтобы давала нефть, газ и все остальные природные ресурсы. Давала и молчала, ничего не требуя взамен. Обидно, но правда. А правде нужно уметь смотреть в глаза. Новый президент это умел. За это Путина сразу же не взлюбили на Западе. Ну что ж, каков привет, таков и ответ. Путин решительно покончил с политикой односторонних уступок Западу, которые унижали и разоряли страну. Вспомним, например, контракты на добычу нефти и газа на Сахалине, которые были подписаны Россией с компаниями British Petroleum и Shell еще в конце 90-х. Вскоре после прихода Путина к власти эти контракты были заморожены. Разразился мировой скандал. Что происходит? Россия не выполняет свои международные обязательства. В
Для сравнения, подобные кабальные контракты заключаются с африканскими странами. Но даже там государство оставляют от 30 до 50% доходов. И даже это считается мародерством, воровством природных ресурсов у слаборазвитых стран. В России же этот процент был почти в 4 раза меньше. Новые договоры, подписанные в 2000-х, стали соответствовать стандартам, принятым в цивилизованном мире. Буквально за несколько лет в России была восстановлена нормально функционирующая нефтегазовая отрасль. Есть два высоких поста, которые я никогда в жизни не... Первый — это пост Папы Римского. Почему? Объяснять не буду. А вот президентом России я не хотел бы быть, потому что Россия — это гигантская страна, населенная абсолютно разными народами, с невероятно сложной историей и кучей проблем. Я вот, например, имел счастье быть главой европейской страны, где все было ясно и понятно. Естественно, что управлять такой страной, как Германия, намного проще, чем такой, как Россия. Очень многим в Вашингтоне все равно, какой в России режим. Коммунизм, монархия или демократия. Россия остается врагом. Да, сейчас никто не называет это холодной войной. Но если что-то выглядит, пахнет и звучит, как холодная война, то, наверное, это все-таки холодная война? Америка — это страна, которая контролируется военно-промышленным комплексом, Пентагоном. Сегодня американский военный бюджет больше, чем военные бюджеты остальных 52 ведущих стран мира вместе взятых. На протяжении последних 20 лет Америка продолжает наращивать и модернизировать свою армию, вооружение и ядерный арсенал. И вопреки всем предыдущим обещаниям, толкает НАТО на восток. Программу абсолютного военного превосходства над Новой Россией Америка начала выстраивать еще с начала 90-х. Развертывание элементов противоракетной обороны в Восточной Европе — лишь часть этой программы. Причем это делается под предлогом защиты от иранских и северокорейских ракет с ядерными боеголовками. Конечно, можно себе представить, что такие угрозы могут возникнуть. Сегодня их нет. И то, что нам говорят, это неправда. Сегодня нет угроз со стороны ни Ирана, ни Северной Кореи. И мы 1000 раз уже это показали. На сегодняшний день противоракетная оборона, безусловно, нацелена на то, чтобы нейтрализовать ракетно-ядерный потенциал Российской Федерации. Почему? Потому что радары, которые выставляются вблизи наших границ, и противоракетные системы, они будут перекрывать нашу территорию до Урала. То есть они будут перекрывать места базирования наших наземных ядерных сил. Вот и все. Нам говорят, вы не бойтесь, мы против вас их не используем. Но технически это все становится возможным. И никаких гарантий неиспользования против нас, даже письменных, они давать не хотят. Давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая когда-то применила ядерное оружие. Причем применила против неядерной страны, против Японии. Мы что, это просто вычеркнули из памяти, что ли? Нет. И не можем это вычеркнуть. И мы всегда будем реагировать на угрозы, которые возникают возле наших границ. Ну что ж, каков привет, таков и ответ. Россия решительно выходит из подписанного Горбачевым договора ДОВСЕ, который ограничивал Россию в передвижении войск на своей собственной территории, и подписанного Ельциным договора об ограничении стратегических вооружений ОСВ-3. Другими словами, Россия развязала связанные самой себе руки для возрождения собственной военной мощи. Начинается медленное, но целенаправленное возрождение и модернизация армии, брошенный, как и многое другое, на произвол судьбы в 90-е. Мы видим, как сегодня складываются военные кампании, на чем основан успех. И поэтому наши вооруженные силы должны отвечать требованиям завтрашнего дня. И по обычным вооружениям, и тем более по силам ядерного сдерживания. В чем-то мы даже
на полшага впереди наших американских партнеров. У них есть свои преимущества, на море особенно, особенно по лодкам и так далее. У нас есть свои преимущества. К таким преимуществам можно отнести ракетные комплексы «Тополь-М», новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» и баллистическую ракету для размещения на подводных лодках «Булава». С самого начала своего президентства Путин искал оптимальный путь, который позволил бы ему поставить Америку на место. На место партнеров. В основе такой политики все тот же жесткий прагматизм. Путин с энтузиазмом поддерживал действия Америки там, где они совпадали с интересами России. Например, в борьбе с международным терроризмом. И в то же время жестко препятствовал Америке там, где действия США могли нанести ущерб интересам России. Например, в вопросе вступления Украины и Грузии в НАТО. Вообще, достижение максимально выгодных результатов для России без односторонних уступок – это самый главный принцип путинской дипломатии. Но если уступки все-таки неизбежны, они возможны, но только на взаимной основе, тогда Россия может и даже должна идти навстречу интересам партнера. Но только при одном условии – партнер также пойдет навстречу интересам России. Вы нам, мы вам. Влиятельный американский журнал «Тайм» назвал Владимира Путина «человеком года». Но важен даже не сам этот факт. Важно то, как «Тайм» обосновал свое решение. После падения Берлинской стены Россия потеряла свое место в большой геополитической игре. И только Путин вернул Россию на карту мира благодаря своему смелому правлению. И поэтому именно Владимир Путин, по мнению нашего журнала, заслуживает права носить имя «Человека года». А 8 августа 2008 года карту мира попытался перекроить Михаил Саакашвили, когда Грузия вторглась в столицу Южной Осетии Цхинвал. Саакашвили лично принял решение о нападении на русских миротворцев в Осетии. По его собственным словам, для того, чтобы унизить Россию и лично премьер-министра Путина. План действий у Саакашвили был такой. Грузия наносит молниеносный удар, захватывает Цхинвал. Путин, из-за того, что он в эти дни находится с рабочим визитом в Китай, не может быстро среагировать на грузинскую агрессию. А президент Медведев, в свою очередь, не посмеет самостоятельно, без Путина, вовремя принять решение об ответных военных действиях России. И все закончится блестящей победой Грузии. И вот тогда в Вашингтоне ему скажут: «Мы говорили тебе, что нельзя нападать на Россию. Ты проигнорировал наш совет». Но, как известно, победители не судят. Так что спасибо тебе, Миша, за службу и дружбу. Но вопреки ожиданиям Саакашвили, ставший к тому времени премьер-министром Владимир Путин и новый президент России Дмитрий Медведев среагировали быстро и жестко. Август 2008-го был очень опасным моментом новейшей истории. По некоторым сведениям, в Белом доме обсуждалась возможность того, что американские военные силы и силы НАТО выступят на стороне Грузии. В свою очередь, российская сторона ввела в Осетию ракетные пусковые установки. Можно сказать, что это был самый опасный момент российско-американских отношений после кубинского военного кризиса 1962 года. Россия молниеносно отбросила грузинские войска. Это произвело сильное впечатление не только на Грузию, но и на ее покровителей, США. Как и после мюнхенской речи Путина, а теперь и Медведева, на Западе попытались смешать с грязью.
За что? Трудно поверить, но факт. За агрессию против Грузии. И опять не получилось. Не вышло. Давайте будем реалистами. Все уважают силу. Всем нравятся крутые ребята, а слабость презирают. Причем эта формула работает как в отношениях между людьми, так и в отношениях между странами. Когда Россия была слабой, ее презирали. Теперь, когда Россия вновь набирает силу, ее снова начали уважать. Так называемая российско-грузинская война, с моей точки зрения, была на самом деле российско-американской войной. И итог этой войны — поворотный момент в отношениях между Россией и Америкой. Война с Грузией была рубежом, поворотным моментом и во всей международной политике России. Запад увидел, Россия вновь способна отстаивать свои интересы. Если надо, то и военной силой. Когда-нибудь мы должны будем поставить памятник Михаилу Саакашвили, потому что он оказал огромную услугу России. В мире, особенно на Западе, нарастало раздражение в отношении быстрого усиления позиции России. С Россией не хотели считаться и хотели еще дальше продолжать расширение НАТО на восток. Грузинский эпизод был огромной политической победой России, потому что все увидели, что с Россией теперь больше разговаривать свысока нельзя. Все лидеры мира и Европы начали говорить о том, что расширение НАТО не актуально, что это вопрос снят с повестки дня, хотя буквально до месяца до того и канцлер Германии, и американский президент говорили, что дальнейшее расширение НАТО, то есть на Украину, это вопрос не есть ли, а вопрос когда. Перезагрузка отношений с главным стратегическим соперником и союзником России и США практически состоялась. И не на словах, а на деле. США и Россия, не афишируя это, пошли на своеобразную сделку. Начали с пониманием относиться к интересам друг друга. Мы вам, вы нам. В мае 2010 года была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. «Мы хотим изменить свой подход в сторону многополярного мира», фактически говорилось там. «Таким образом, мы пытаемся приобрести новых союзников и партнеров. Мы намерены укреплять отношения и расширять диалог с такими ключевыми странами, как Россия». Министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко как-то сказал, что ни одна проблема в мире не может быть решена без Советского Союза. Это вновь становится правдой. Нужна Западу стабильность в Афганистане. Нужна Россия. Хотите мир на Ближнем Востоке? Нужна Россия. Нужно, чтобы Латинская Америка оставалась проамериканской. Россия здесь вам может помочь. Кроме этого, в России сосредоточена большая часть запасов мировых энергоресурсов. В то время как во всем остальном мире энергоресурсов становится все меньше и меньше, а нужны они все больше и больше. У России самые большие в мире запасы пресной воды. А очень многие считают, что именно вода будет, так сказать, нефтью завтрашнего дня. Вот почему, да и по многим другим причинам, Россия сейчас очень нужна Западу как партнер и друг. А если уж быть абсолютно честными, то сегодня Западу Россия нужна даже больше, чем Запад России. Теперь сухой остаток. За последние 12 лет из деградирующей, на грани развала страны, которой относились с плохо скрытым пренебрежением, Россия вновь превратилась в важнейшего политического игрока на мировой арене. Наряду с США, Китаем и Западной Европой. Произошло это благодаря жесткой, прагматичной, четкой и хорошо продуманной дипломатии. И хотя за последние 12 лет границы России практически не изменились, Россия стала занимать гораздо больше места на политической карте мира. И это важно, очень важно. Об этом надо помнить, и это надо сберечь.